горячую пору уборочной страды дорога каждая рабочая минута. Земледельцы Чистопольского района Татарской ССР в нынешнем году по-новому организовали технологический процесс уборки урожая. Это позволило им ликвидировать простои транспорта и сократить количество автомобилей, работающих с комбайнами. Зерно с полей поступало сначала в специальный бункер на таку. Здесь бесперебойно загружались машины и отправлялись на элеватор. Все операции по уборке хлеба проходили по единому суточному плану, составленному с помощью ЭВМ. Строго по расписанию автоколонны следовали по маршруту ток-элеватор. На Чистопольском заготовительном пункте водители не тратили лишнего времени. Всего 20-25 минут требовалось для того, чтобы сделать пробу зерна, взвесить груз, подать автомобиль на опрокидыватель. Централизованное диспетчерское управление на базе вычислительной техники резко повысило технологическую дисциплину и производительность труда на всех участках и способствовало успешной бесперебойной работе как днем, так и ночью. Труженики Татарии, претворяя в жизнь решение майского 1982 года пленума ЦК КПСС, с честью выполнили принятые повышенные обязательства по продаже хлеба государству. На заготовительные пункты поступило 1 550 000 тонн зерна.